Порядок остановок Татьяна Василенко может объявить без ошибок, даже если ее ночью разбудить. Такие привычные фразы, которые слышат пассажиры трамвая из динамиков, женщина произносит четко и ласково одновременно, чтобы каждый пассажир понял, к нему относится с заботой. Люди отвечают тем же. Бывает, вот особенно сейчас зимний период начнется, очень часто застревает машина. Просто по микрофону просишь, пожалуйста, помогите, и люди откликаются. Управляет трамваем Татьяна Василенко уже 20 лет. Работала на заводе, пока не начались массовые сокращения в лихие 90-е. С двумя детьми на руках, без средств к существованию, Татьяна случайно увидела объявление «Требуются водители трамваев». Не имевшая до этого дела с транспортом, уцепилась за этот шанс. Ну, так-то, может быть, у меня отец водитель, дед водитель. Может, я с малых лет все-таки все равно в машине-то постоянно. Может быть, дорога как-то так. А вот получать автомобильные права Татьяна не торопится. Легковые машины после трамвайных вагонов уже не ее уровень, смеется женщина. Муж у меня все пытается так это, но я что-то все пока... Тут отработаешь смену, а так хоть он везет, а это придется еще. Поэтому нет. Руководство ТТУ считает Татьяну первоклассным водителем. Но для женщины гораздо важнее роль матери. Сейчас у нее 3 сыночка и лапочка-дочка. А потому после работы всегда спешит домой. Нужно успеть всех выслушать и обо всех позаботиться.